Хорошие, конечно, люди нам нужны. Талантливыми людьми должен быть наполнен Красноярск, Красноярский край. Я считаю, что молодежь у нас замечательная. От людей махала и даже рулила хвостом. И там одна розетка, но говорят, и то не работает. Молодежь, которая что-то делает. Это люди творческие должны быть, не боящиеся. Степень риска должна быть. Хорошее администрирование, все остальное это есть, вот только дураки и дороги. И надо больше денег тратить на культуру и искусство. Есть? Деньгами в нашем городе разбогатеть. Гостями. Пусть подарят нашим девушкам детей. Хорошо, давай. Ребята, я неделю работаю, понимаете? Сережа не могу сказать, я живу здесь. Здоровье, чтобы было, остальное заработает. Some art. That's about it. I guess... gonna be some fun for the people, and I guess that's enough. Ну, творческие люди, такие, которые у нас сейчас в гостях делают здесь проект. Вот 40 художников, вот как побольше таких. Не знаю, чем должна, но пока она прирастает к этому разуму. Которые потрясают и сотрясают не только наш Красноярск, но и весь мир. Чтобы о нас слышали, нас видели, нас знали.